Правительство Гибралтара отреагировало на усиление роли технологий блокчейн в экономике. С 1 января вступили в силу нормы, которые обязывают компании защищать права и интересы потребителей, информировать клиентов о возможных рисках, а также о действиях в кризисных ситуациях. Кроме того, эти компании обязаны иметь соответствующую лицензию Комиссии по финансовым услугам. Новые правила касаются любых видов коммерческого использования технологий блокчейн в качестве средства хранения и передачи ценностей. Биржи криптовалют также попадают под эти правила. Власти считают, что юридическое новшество будет способствовать технологическим инновациям.